Всем привет. Не бойтесь, это еще не Васины ноги. Васин. Не Васин. Васин. А вот тут вот все. Не Васины хвостики и ушки. Говорили Васин. А это маленький как раз Васины ножки, все. А эта баба купила суп-набор, и Серега собрался холодец варить. А где хвостики? Так вот же, это все хвостики. Так, в общем, сегодня мы варим холодец. Свекровь тут моет лапы, хвосты, уши. Ножки. Ножки, дорожки. Муж вот тащит нашу дежурную кастрюлю от мантоварки. Она литров на 5, наверное. Ты тягаешь, она же всажишься. Ну ладно. Ну, потому что на печку потом поставим. Ладно, я на печке буду. И надо еще железные тарелки найти, которые. А там он одна. Не обращайте внимания, она закопченная, так, потому что она у нас все время на печке. А что, нет лаврового? Нету, лаврового нету и этого. Черный перчик. Придется все равно идти в магазин, значит. Ты хочешь с водичкой делать? Да. Тут нет? Нет, там укроп. Так, и Рома прискакал. Тут, короче, все. Ну ладно, поставим на это, потом я пока на бутылку пойду в магазин. Да, это лапы. Рома не ест холодец, я тоже не ем. У нас только папа. Баба ест холодец? Ест. О, а что тут на что бокалы? Это баба привезла. В таких бокалах повидло продается. Инка нам осыла на штук 6. Ну не нюхай, раз тебе не нравятся ноги. Да что такое? Вкусная ты, бе. А по на улице рубил эти кости. Тазик где-то на землю ставил, опять грязь. Вот. Так, какая шерсть, какая вот. Иди, наверное, сначала за всеми экспециями, потом. Не, я заготовлю, как стоит, чтобы кот не утащил, надо воды залить. На, кот только охотится, вот он тут. Залазил на стороне, я его гоняла. Он чует мясо. Луковицу надо почистить, кинуть на луковицу. Пополам разрезать и кинуть. Почистить. Почистить, ну не кидай. Я люблю курятину. Да это не курятина, это свинья. Соль на глаз. Это что, что такая песня-то? Ну, целую руку, да? Мама, маленькая рука. Я вам полы почищу. О, вот это красавица. Потом все последки, а? Чеснок потом про последки. Чеснок кидать не буду, буду молоть. А цело хотел кидать? Ну да вы. Ну я тебе говорю. Я уже почищу сварится. Ну сейчас же не надо, как закипить, туди кидать. Нам вместе всю сок кипит. Ты еще в этих кальсонах тут с гульфиком ходишь, а я тебя снимаю. Я с ним. Там дубак, сына. Ну, пожалуйста. Холодно, мороз, он купим, купим тебе валенки. Потом сейчас лавровый лист. Лавровый лист я сейчас куплю и приду. Куда снимать? Меня снимать. Опа. Ничего себе, это ниндзя. Так, папа берет лавровый лист. Да, да, у нас на печке. Сейчас 2,5-3. Громче.
часа 2.5-3 на все поварит. Будет хорошо. Только соль, лавровый лист и лук ложишь? Да. Все, больше ничего не надо. Она разготовится, чеснока. Угу. Разготовится полоску чеснока. Хорошо. Вот тут кипит наш холодец на печке. Сколько ты говоришь должен так кипеть? Часа 2.5. А мне надо это. Ну видно когда. Есть шиняри 2.5 часа. Когда сварится, ну ноги же варятся. Ноги долго варятся. Пенку собирать. Классно, на печке вот все. Электричество. Электричество. Можно еще кинуть шелуху туда. Еще будет вкуснее. Все? И тут же лизнула хвостики, суть зами помельче. В общем, мы тут все приготовили, чтобы делать холодец. Все, можно сыпать. Все. Вы не сваритесь, идите вот в вашу комнату, вы там до утра замерзнете. Если будет, как говорят, за 30, то с 3 часов уже будете на уши одеяло натягивать. За 35. Да и сегодня холодно. 24-25. Так. Что? Ты даешь чеснок, да, вот? Папа тут дефилирует в трусах, если он где-то попадает в кадр в трусах. Не судите строго нас. Жарко. Да, Серега 3 ведра закинул. 2.5. 2.5? Ну нормально, мы тогда бывало и 3 закидали в ту печку. Я уголь другой. Просто баба боится, что у нас грубка развалится. Не развалится вообще. Говорит, кирпичом пахнет, я говорю. Вам это кажется. Сыпь. Я скажу, ну, чеснок можно по вкусу. То, сколько хочет. С кем он там разговаривает? Ну, с котом, да. Нет, кот, он ест этот мясо. Ну, сам с собой. Сколько варилось мясо? Ты говоришь, 2 часа? Посчитал, сколько мы поставили. Сначала 8 затопили. Сейчас что, даже меньше, 9. Даже 10. Ну, так, почти. Почти 2 часа. Вода зависит от мяса зависит. Здесь мясо жесткие, а здесь. А этот вроде молодой, такие копытцы маленькие, как раз как у Васи. Да. Ну, грамм на 60-70 может быть подсунуть. Ничего. Отпадает все вот мясо. Так, ну давай будем к Васе. Кто там? Там баба. Хвостик. Ну уже ходи, только аккуратно. Или тапочки одень. А мне не помогли. Пар прям камеру закрывает. Рома, неси морду в кастрюлю, бо папка капнет. Да ничего не капнет, он в сковородке так подходит. От лука, это все уже цвет придает, желтоватый такой хороший. А что ты не разрываешь, ты же обычно это? Ну это же кости, это же это лытки. Мы же обычно с головы всегда варим, тогда там разрывается, да, все. А там же это косточки же. Что мне тут разрывать-то? Вот он нужен. Прилипло к низу.
Ну, боюсь, сколько газа сэкономили. Электроэнергия. Ну, энергия, а не газ. Ну, какая разница? Ну, же не газ, но же электроплита. Надо купить этот редуктор на лето. Смотрела я по OLX 1000, что ли кто-то продает? 900 тенге в одну есть. Есть еще по 1000 термонов. Сейчас подожди, сын, я снимаю, потом посмотрю. Я так могу проникнуть, когда не проникивать, а проникать. Вот, смотри, я держусь вот так, смотри. Вот это шпион. Ладно, шпион ты наш. У нас все равно кто-то любой... любит меленые, я не люблю меленые. У нас любой рецепт все равно получается как влог. Что все равно тут не просто рецепт, а еще и то Рома, то баба, то просто рассказ. Что мне не помогли носки-то? Значит, ты не наступил на мокрое. Наступишь на мокрое, промокнут носки. Там у меня это... Повешала я... Стирку капает, стирка на пол. А Рома ходит и спрашивает, почему у него не мокнут носки. Она еще сухие, да? Да, вот папа заливает супой. Почему я не переворачиваю сразу, как раньше делали? Потому что кости могут, мелкие кости, попасться с водичкой, да. И будет потом на зубах. А так они на дне, да, останутся? Так они на дне, если я не забалтываю, они останутся на дне. Даже в пельменях вот фарш вымололи, в пельменях кости мелкие попадаются. Да. Видимо, у меня мясо было так порубано неаккуратно. Да, папа Роме пообещал, что они будут зайца ловить и налепят пельмени из крольчатины. И Рома уже говорит, что они будут нормальные. А что, заяц красный? Мясо будет красное. Опа! Опа, смотри! Ну подожди, Рома. Мы тут с папой снимаем холодец. Он на видео какого-то зеленоватого оттенка. Лук хороший попался. Посмотри быстрее. А на самом деле он желтенький. Ой, как. Все, хватит там. Да. Потому что ты балуешься. Пожалуйста, это не. Потом в следующий раз сниму, когда ты не будешь баловаться. Я так не согласен, я расстроюсь. Сейчас уже расстроишься? Угу. Ну, и все. И потом ты что, в коридоре он замерзнет льдом? Его надо где-то... Нет, он сейчас остынет, и мы в холодильник его высыпаем аккуратно. Уже да. Пачка мяса нашел. Ой, почему мне дать сколько так мяса? Все, это уже Васьки. Ну, для остаток для Васьки, понятно. Ну вот такой вот холодец. Сниму потом дальше, как итог, какой получился. Завтра сниму. Косточки снимешь, когда мы съедим. Нет, завтра как там оно получилось на этом. На чем? Оно застынет? Ну как оно застынет, надо снимать. Да на чем оно не надо. Так, ну вот это наш холодец уже на следующий день. Когда он тогда разлил по чашкам, он оставил остыть его на столе. И затем поставил холодильник. Вот утром наш холодец готов. Он уже даже пробовал. Не с этой чашки, конечно, это я взяла для съемок целую. А там он уже и распробовать успел с утра.
Ну так вот мы варим холодец. Всем пока, до новых встреч.